Моду на цікавность и прагу до веда у Гомеля уже несколько десятилетий диктует клуб интеллектуальных гульняв «Белая рысь». Несколько поколений разумников, что год пополняют медалями и кубками скарбонку клуба. Не отстают и его молодшие выхованцы, которые вернулись из интеллектуальной смены Национального дитячего центра «Зубраня» не с пустыми руками. Подставы для такой теплой встречи в утульной зале областного палаца творчества детей и молоди стало веншование юных гомельских знавцев. За шматликие перемоги у республиканских турнирах по интеллектуальных гульнях «Кубок надеи» и «Криштальный зубр» 18 дипломов, 2 кубки и 2 криштальные зубры. Один из них у хуткім часі упрыгожить выставу узнагород Гомельского областного палаца творчості дітей и молоді. Каштовный приз гомельчане шли до его 3 года, урочисто передадены директору палаца. Здобытые трофеи на рахунку усяго 2 команд клуба – «Тигри у линейку» и «Захавальники веселки». Выхованцы тренеров Ольги и Тамары Климович проявили свои лепшие здольности у «Что, где, коли» и «Брейн-рингу» – своей гульни, командной и индивидуальной, и триумфаторами вернулись у Гомель. Мы все не стоим на месте, мы тоже все продвигаемся, становимся умнее, и, соответственно, мы можем завоевать больше призов. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Сезон в самом разгаре. Впереди еще чемпионат Беларуси и другие турниры в разных городах, в Минске, в Барановичах и так далее. Конечно же, хотелось бы выиграть остальные.